Чамбинский районный суд поставил точку в уголовном деле 49-летнего Сергея Горшенина. Следователи СК обвиняли его в причинении смерти собутыльнику. 2 октября у 37-летнего жителя поселка Репьевка в доме были гости. Среди приглашенных лиц оказался и Горшенин. Началось застолье с тоста, а закончилось поножовщиной. Между фигурантом уголовного дела и хозяином жилища из-за малозначительного повода произошла ссора, в ходе которой фигурант дела нанес потерпевшему один удар кухонным ножом. 49-летний знакомый сбежал с места происшествия к себе домой в поселок Чамсинку, а пострадавшего госпитализировали. Но, несмотря на оказанную медпомощь, он скончался в реанимации. Позже полицейские задержали причастного к смертельному ранению. В судебном заседании подсудимый Горшенин вину в предъявленном ему обвинении признал полностью. В последнем слове просил извинения у потерпевшей и раскаялся в содеянном. Судебные разбирательства длились меньше месяца. 7 декабря материалы дела направили в суд, а 20-го Горшенин выслушал обвинительный приговор. По результатам судебного разбирательства Горшенину с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимого, влияние назначено наказание на его исправление и на условия жизни его семьи, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».